10 тысяч шагов к жизни. 1 октября, в день пожилого человека, долголет и Протвино присоединились к всероссийской акции, которая проводилась в рамках Дня сердца и Всемирного дня ходьбы. Цель – повышение ежедневной двигательной активности и пропаганда пеших прогулок. О том, почему скандинавская ходьба остается такой популярной среди взрослого поколения, расскажем далее. Зарядка – важная составляющая для любых физических нагрузок, будь то силовые тренировки или занятия скандинавской ходьбой. Во время этих упражнений происходит постепенное повышение эластичности связок и сухожилий, что снижает риск получения травмы при резких и неожиданных движениях. А ведь впереди у этих активных долголетов 10 тысяч шагов. Хочу поздравить вас с праздником и сказать вам спасибо за то, что вы являетесь достойным примером для нашей молодежи. Вы активно участвуете в жизни города, вы активно поддерживаете любые акции, и сегодня вы открываете этот замечательный день своим примером. После бодрой зарядки более 50 активных долголетов отправились на пешую прогулку. Скандинавская ходьба помогает держать тело всегда в тонусе. Так тренируется вестибулярный аппарат, улучшается координация движений, а организм насыщается кислородом. Особенно если гулять в бару или по лесным тропинкам, как в Протвино. Дистанция пройдена меньше, чем за час. Финиш – центр молодежных инициатив. 10 тысяч шагов в городе Протвино. Она у нас сегодня целый день. Утром активные долголеты, вы уже видели, стартовали у нас от импульса. Днем присоединяются школьники в рамках учебного процесса, вечером спортсмены. И все мы сегодня голосуем за здоровый образ жизни. Очень приятно, что эту акцию поддерживает Министерство здравоохранения. После интенсивной прогулки консультация с врачами. Сюда входит измерение давления, разговоры о правильном питании и напоминание о своевременном посещении специалистов. В завершении для активных долголетов устроили чаепитие и небольшую развлекательную программу.